Вот такой вот пазл. Сейчас буду собирать. Переворачиваем кусочки, вот, чтобы видеть, что на них.
Ну вот низ собран. Думаю, если собрать все по контуру, то будет, конечно, еще легче. Потому вот контур. Это непонятно пока что, поэтому в общем. Тут вот такая вот тема нарисовалась, вот что походу низ не собран. Не понял, вот вот кусок низа, вот кусок низа. Да. Ну и походу, как я думал, треба вот она. Точно вот. Поэтому низ еще длиннее, чем я почему-то подумал. Ну, вроде бы все идеально сошлось и не распадается нигде. Поэтому вот. Первый раз, но почему-то распалось вот. Ну, потому что низ не был низом. Ой. Нет. Вот. Так вот. Вот это вот. Это вот целая часть, но между ними что-то еще есть. Вот. Что? Нет, ну это с цветочками. Это. Вот сюда. С цветочками. Это. Ой. Ну да, с цветочками, ну. Ну да, с цветочками. Ну, почему-то. С цветочками. Не подходит туда. Как будто цветочки кверх. На гамме растут. А там еще непонятно, что вот. Во. Это вот. Это вот наконец-то. Вот. Небо наконец-то собрал вот. Соответственно, небо вот. Ну, да. Вот, кажется. Ой. Что-то я рано, кажется, начал соединять. Ну, ладно, потому что там кусок чего-то. Тут кусок чего-то. В общем, еще не доделана картина вот. Да.
Ой. Вот, вот, вот. Я, кажется, вот. Вижу, вот. О. Эти куски похожи, что друг от друга, но они не друг от друга, потому что тут маленькие несовместимости в соединениях, еще кое-как. Кое-как. Да. А этот вот сюда идеально садится. Вот. Нет, нет, нет. Этот где-то, а где-то вот тут. А вот этот вот тут. Этот вот тут. Вот тут вот. Вот. Вверх сломан, вот. О. Ну это остатки бока. Угу. Это я так понял, нос. Ой, а это вот сюда. Ой, или не вот сюда, ну. В общем, куда-то туда. Ну да, вот сюда. Вот, собственно, и вот этот вот кусочек нашел свое место. О, вот. Ой. Каким боком она сюда лепится? Каким боком она сюда лепится, я пока этого не понимаю, но она туда лепится, потому что больше места некуда ей лепиться, поэтому думаю, вот, вот так, вот. Ой, что это было? Вообще, вот. У меня, как я ее прилепил, там все рассыпалось, вот. Тут какой-то кузнечик. Кузнечик. Спереди. В общем, надо начинать не с кузнечика. Ой.
О, нашел, куда? Ну, пока до кузнечика не дошел. Вот. Сложные части, пожалуй, на потом. Вот. Вот, сложные части, пожалуй, на потом. Вот. Тут пока части полегче. Вот. Где начинается? Где начинается картина? Собственно, уже половина собрана. Вот. Я видел кузнечика. Странно, странно, странно. Давно влазить мне. А, вот сюда. Да, точно. Мне так что-то показалось. Показалось что-то. Что должно влазить. Оно влазить не должно. Вот. Ну, в целом оно. Вот так вот. Нет. Ой, это вообще нет. Нет, нет, нет. Это вообще нет, ладно. Пока нет. Ой. Каким образом понятно, что... Вот отсюда оно. А пока никаким образом этого непонятно. Ну, просто есть такие мысли. Вот. Ой. Просто есть такие мысли, что отсюда. О, почему он опять развалилась? Не может не разваливаться, ну. Вот. Приметный кусочек. Ой, да что ж я бы не нашел пока, куда вставить, ну. Ой, ой. Весь пар рассыпался. Вот. Ну да. С учетом всего. Да, с учетом всего. Пожалуй. О, вот тебе этому кусочку нашлось место.
вот тут. Да, с цветами. С цветами, пожалуй, вот один остался. Поэтому тут даже думать особо не придется. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немного подпилить. Подточать. И все будет как надо. О, это вот. Ой. Это пасть. Потому что я увидел пасть, поэтому тут сомнений, куда ее ложить, не было. Вот это глаз. О. Да. Пожалуй, у глаза. Ой. О. Пока непонятно, но вроде подошел. Вот. Да. Так, вот меня сомневал вот такой вот кусочек, но теперь он не сомневает, потому что он вот сюда, если бы пазы были ровно-ровно одинаковые форма, то было бы больше сомнений, но не некоторые слегка не такой формы, поэтому сомнений нет. О. Что? То, что откуда? Вот. Да, сомнительный пока кусочек. Пока кусочек вот сомнительный. Вот этот вот кусочек с белым, поэтому он не имеет такого сомнения. Ой. Ой-ой-ой. О! Вот так. Ой, хотел вставить. Ну да. Пока непонятно. Как понятно. Ух, тут, конечно. О. Ну вот этого вот.
О. Тут как бы тут. Как бы и на этого сомнений не было. Вот такой вот замечательный бегемот. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.